Привет, друзья! Берем внешний обод пялец. Отрезаем клеевой стабилизатор чуть больше размера внешнего обода. Припуск примерно 2 см с каждой стороны. Находим на внешнем и внутреннем ободе метки, которые необходимо совместить при запяливании. Располагаем стабилизатор поверх внешнего обода пялец и фиксируем его с помощью внутреннего, не забывая о метках. Если внутренний обод не вставляется во внешний, даже при нажиме, то слегка ослабляем винт и пробуем снова. В целом винт должен быть ослаблен настолько, чтобы обод свободно заходил в пяльца, и после фиксации стабилизатор можно было подтянуть. Аккуратно подтягиваем стабилизатор со всех сторон, устраняя волны, если таковые имеются. Стабилизатор должен быть ровно, без каких-либо искажений, расположен в пяльцах, как кожа на барабане. Убедившись, что стабилизатор аккуратно натянут, окончательно закручиваем винт. Теперь можно нанести сверху клей-спрей и расположить изделие, или воспользоваться расположением ткани без клея-спрея, в зависимости от вида выполняемых работ.